Всем привет! Хочу рассказать о небольшой покупке. Мне пришла посылка из магазина «Все нитки РФ». Раньше я там заказывала пряжу для вязания, а сейчас решила вот заказать нитки Мулине ДМС. Вот такое количество ниток. Там они по 22,90. Вот. Чек. Тут на несколько картин. Я уже выбрала эти картины, заказала специально под них. Я потом в отдельном видео расскажу о своих планах по вышивке. Как раз покажу, что это будет. Вот. Также мне пришел журнал МОД. Это мой любимый журнал по вязанию. Я стараюсь их покупать. Тут хорошие модели. Я люблю вязать крючком. Очень хорошие модели в этих журналах. И я вот уже несколько моделей из предыдущих выпусков связала. Тоже как-нибудь сниму видео, расскажу, как и что. Вот. А это три журнальчика я купила в обычном магазине «Магнит». Так как мы с мужем живем не в России, а активно путешествуем, не всегда есть возможность что-то покупать из русских товаров. Поэтому я, как только это все увидела, взяла просто все, что было в наличии. Вот было три журнала. Мне особенно понравился «Формула рукоделия». Я видела анонс этого журнала. У издательства есть канал на YouTube свой, где они публикуют анонсы. Я ссылочку оставлю на этот канал. Так он мне нравится. Они такие смешные, так рассказывают все интересно, что я там пересмотрела, просто вот пока вышивала, пересмотрела очень много видео. И вот конкретно в этом журнале мне понравился такой единорожек. И вот такая вот мастерская рукодельница. Я мечтаю о собственной мастерской. И вот прям загорелась вышить эту картинку. Для меня рукоделие носит такой сакральный какой-то характер. То есть я верю, что когда ты делаешь что-то своими руками и при этом направляешь мысли в какое-то определенное русло, что это помогает визуализации желаемого. У меня уже есть несколько примеров, как я себе навизуализировала то, что я хотела. Исполнила свои мечты. И вот теперь я мечтаю о собственной мастерской и хочу вышить такую картинку. Она такая яркая, веселая, как раз вот под мой вкус. Вот. Ну, тут помимо вышивки есть еще всякие рукоделия, но мне как бы не особо было это интересно. Я пролистала. А вот как-то вот вышивая крестиком, как-то мало меня что зацепило. Если вот в этом прикольная Бельбу, вот эта вот девочка с кроликом. Это целая серия таких вышивок. Я видела, девочки отшивают. Довольно прикольная. Ну вот как-то больше и ничего и не понравилось мне вообще. То есть, ну, посмотрела, на мой вкус как-то нет. А в этом журнальчике мне, в принципе, понравилось. Сейчас покажу. Только одна вышивка мне понравилась. Вот эти вот домики. Мне понравилась больше вот эта вот картинка. Тоже вот на мой вкус. Такая яркая. Я уже поняла, какие мне картины нравятся вышивать. Яркие, праздничные. Немножко такие вот детские. Как иллюстрации. Это по журналам. А все нитки мне вложили в набор для вышивки крестиков фирмы Алисы. Я так пролистала. Некоторые дизайны мне понравились, но так как эта фирма комплектует свои наборы нитками гамма, то заказывать, конечно, ничего не буду отсюда. Вот. Это что касается этой покупки. А вообще я пока сейчас в России заказала несколько посылок, и вообще у меня столько планов по покупкам, пока есть возможность. Так что я думаю, что еще сниму несколько видео по мере того, как посылки будут до меня доходить. Спасибо всем за внимание. Делитесь своими покупками. Мне всегда очень интересны эти видео. До новых встреч!